Приезжают, приезжают. Нашла. Ушел. Он просто моется. А здесь у нас такой сад. С одной стороны находятся бассейны, с другой стороны тихая зона, такая сад, кафе-гарден. Но пока патиссери здесь еще находится, но патиссери тут не работает, а как написано в концепции, сладости с 2 до 5 на в лобби-баре. Ирина любит котиков собирать тут. Кафе-гарден у нас есть столики. Кресла такие и фонтанчик работает. Территория вся зеленая, растут цветочки. Вот так здесь. Смотри, наверное, когда движение, там кофе, чай, наверное, предлагают, да? Мама. Мама, ты знаешь, мастер обнимался с другим ручным котом. Серьезно? Да. Обнимался прям? Лапкой. Ах, лапкой его. Лапкой его. Лапкой. Он просто выспался, целую ночь грелся с тобой и ушел поотдыхать. Угу. Вот такой вот отпуск. Это в октябре. Ночью, может быть, тоже я с ним буду спать. Да. Придется по всей территории его искать? Да. Знаешь, когда я выходила кормить, он из этих кустов вылез, я его позвала. Ты же в кустах он прятался? Матер. Смотрю, хожу возле этого места. Тут он сейчас бросит, я его в первый раз тут нашла. Я его звала, и он
из вот той дырочки вылез. Угу. И еще сказал. Даже вот так сказал, говорит, иду, говорит. Тут, кстати, везде можно на колясках свободно проехать. Да. Все как это бы. Для чемодан ты все сделала. Да, и для колясок, и для чемодана. Да, для всего. Мастер Фэмили. Обдумано. Колу я не знаю, вы будете ее пить? Вот, наверное. Вот такие двухэтажные здесь домики. Вот такие крутые деревья. Вообще вид шикарный. Утром просыпаешься, как на даче. Чем брызнули? Здесь можно оставить грязную посуду. Так убирают номер. А чем вы брызнули, ребят? Тщательно. Что вы сделали? Антисептик или что? Да. Где вы взяли? Да не взяли. Ой, нам. Смотри, какая красота. Сделали. Свет. Чистый порядок нам тут. Поменяли белье. Угу. Добавили кофе. Водичку нам поставили. Прибрали в номере. Это наш вот такой номер. Так. Таких бабочек сделали. Протерли стол. Да? Все нормально. Ой, вот такой у нас номер. Белье. Сад. Птички поют. Соседи тут у нас отдыхают. Так. Сильно не располагаемся. Сейчас идем к морю. Идем на морка, на морка, на морка. Дверь мы не закрыли. А полотенце... А, хотела сказать, тут есть мыло. Вот такие шампуньки дают. Мыло. Видите, Master Family Club. Где-то тут что? Шапки для душа и шампуньки. Такие. Гель для душа и шампунь. А также есть привет. Фу, мама какая смешная. Так, и есть еще вот в дозаторе. Тут такой мыло. Оп, вот такое мыло. То есть душ работает хорошо. Тут вот немножко, конечно, слил кто-то, не знаю, куда-то внес полотенце. Плитка везде, на полу плитка. Приятно, чисто, комфортно. Так, мы уже положили такое полотенце пляжное. Зеркало, фен, все как надо. В дозаторе тут мыла не было, и так и нету. Просто мыло вот тут дается. Все нормально, Ирина уже завтракает, да? Вкусно? Вот такой у нас номер Master Family Club 2020. Мамочка вся мокрая после бассейна и... Ну еще ты будешь плавать. Еще я буду. Больше. Буду плавать. Тапочки тут есть в номере. Вот такие тапочки есть. Что еще тут? Набор для ниточки с иголкой есть. Орео есть. Орео никакой есть. Рекламы нету. Никакой курить там в номере нельзя. Курить нельзя. Зеркало, шкаф. А, кондиционер. Конечно, шкаф мне хотелось бы побольше. Вещи сложно сложить. Там все, ну, на троих места мало в шкафу. Да. При том, что вещи оптимально спакованы. Только нужные вещи взяты с собой. Ничего лишнего. Так, в номере есть чайник, кофе, чай. Все есть. Холодильник. Водичка, холодильник. Ну, да, вот так. Вот так телевизор есть. Плёский телевизор. Между прочим, плёский телевизор показывает сколько тут? Каналов 80. Русских, наверное, штук 10. Да ну. Да? Есть да, программка. К сожалению, украинские телеканалы. Заблокированы. Тут 93 канала. 93 канала.
насколько вам видно. И вот так. Не шевелимся. Вот. ТНТ даже есть. ТНТ даже есть. И 1+1, и 2+2. Свет. Такие вот есть. Скрипит чуть-чуть. Лампочки. ТР. Что еще рассказать про номер? Сейф есть. Ага, вот. Сейф платный. Сколько сейф, я не помню, $2 или $3 или $2 в день. Мы не покупали. А еще интернет тоже платный. В номере интернет платный. Получается 3 евро один день. Ну, непонятно, а 14 дней 20, да? 14 дней 20 евро интернет стоит. Можно купить турецкую карту. Да, мы решили пойти другим путем. Мы купили карточку турецкого оператора Truxell. $20, там куча минут, которые нам, в принципе, не нужны, и 25 гигабайт трафика пакетного интернета. Ну, в принципе, для наших нужд, типа там соцсети, серфинг, туда-сюда, хватает за головой. И тем более мы не привязаны к местности. В любом покрытии Турцела довольно-таки серьезное на территории Турции. И мы в любой точке Турции можем воспользоваться мобильным интернетом. По скорости сделал я тесты в этом Манавгате. Там, в принципе, прием до 10, отдача там в 2 раза меньше, 5-6 прыгало. А тут в этом Чингере тоже получается, ну, чуть-чуть ниже, где-то 7-8 мегабит прием, отдача 2-3. Ну, как-то так. Ну, это на порядок лучше, нежели тот лишний интернет, который представляет лобби. Там 0,2-0,3 максимум. То есть в отеле есть бесплатный интернет, да. А где он есть? В лобби и возле пляжа? На пляже, в лобби, ну, в ресторанах. Тоже ресторан добивает терраса, ресторан на терраса, и в самом ресторане главное есть, но как бы скорость вообще иногда бывает даже текстовые сообщения сложно. И возле бичбара еще. Прочитать. Так что. Если необходим интернет, то лучше купить местную карту. Да, не, ну возможно, как бы кому-то удобно в роуминге, ну типа тот роуминг, что предлагает наш LifeSell, ну как-то дороговато. Интернет там вообще понты. Даже гигабайта трафика нет за 750 гривен на 15 дней. Так что нужно, чтобы карту здесь купить? Самое интересное было, оказывается, ну, в Турции, как и во многих странах, для покупки пакета нужен документы. Но Turkcell, видать, он продвинутый, он пошел навстречу, у него есть предложение предоплатной карточки. Карточка с документов, тебе сразу с этим тарифным планом предлагают телефон ставить, сразу пользуешься там минуты, интернет. А где ты купил это? Наверное, это был салон Turkcell, а в Новомоле это было. Манавгат? Манавгат. А что нужно, чтобы доехать до Манавгата? Что нужно? Выйти, нужен навигатор, и 5 часов надо свободных. Нужен проводник по местности, который разбирается. Он предлагает свои услуги, обращайтесь. Да. Не, ну, на самом деле отсюда это маршруточка до Муса. К Манавгату хоп, потом к Новомолу местной маршруточкой. Все просто. 7 лир туда, 3 лира туда, и вы в Новомоле. Ну, или подъезжайте до автовокзала, а там, наслаждаясь жизнью и пейзажами, легким шагом, 3 часа, и вы там. Но мне все-таки кажется, что есть еще один автобус, который едет до другого автовокзала, который находится возле Новомола. Я все-таки убеждаю, что 2 маршрута здесь есть, до Умуш, и есть автобус рейсом. Между прочим, это ж, ну, приложение, то, что рекомендовал Мувит, или как? Мувит, да. Ну что же там вариант? Выдает, что типа есть 2 варианта движения общественного транспорта. Только, ну, типа, ни номера, ни это название маршрута не выдает. Ну, в предложении есть 2 разные позиции, соответственно. Может, ты и права, спорить не буду. Кто же с тобой будет спорить? Так, а мы движемся дальше к морю. Да, сегодня, конечно, покупка как-то интересная. Тучки набежали. Позитивчик у нас? Нет, так позитивчик. Сосны. Не так жарко. Да мне наоборот парит сегодня. Душно. Я как-то, мне душновато. Это ты что-то переживаешь. Наверное, это возрастное. Слышишь? Молодой, красивый.
Наслаждайся еще своими сорокошками. Так. После 40 многие части тела начинают себя изменять. Серьезно? После 40 прям? Ну, я понаслаждаюсь еще одним днем. Пока 39 будем наслаждаться сегодня. А завтра 40. Последний день наслаждения. Последний день. А когда-то было? Когда-то было 29, и тогда был Дима. Манюна, какая. Ох. Так, все, девчонки. Путь к морю. Всем спасибо, всем пока-пока. Всем спасибо, что смотрите наши видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, обязательно пишите комментарий. И мы, как всегда, в Турции. Турция 2020, канал Вот так Kids, ваша Наташа, наша Тоха. Сулейман. Меня нарекли. Сулейман, Ирина. Ирина. До скорых встреч. Мухмед. Махмед. Не, я хотел представить.